Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя легенды. Так, буквально час назад наступил понедельник, у нас ночь на дворе, а я сижу и снимаю для вас видосик. Потому что за это время я успею сделать бой и еще один бой перед тем, как у нас откат произойдет. Ну что же, поехали. Сегодня у нас будет битва, естественно, на арене. Так, посмотрим, я нахожусь в данный момент в Лиге Мастеров ранг 12. То есть еще чуть-чуть, и мы с тобой переместимся на Лигу Мастеров 2 звезды. Но самое главное, там еще нужно удержаться. Так, я вижу уже кандидата, это будет у нас Оливия. Поехали. Так, 70 уровень, это очень-очень опасно, поэтому мы будем с тобой, наверное, драться. Тут всего лишь пару боев у нас получится, судя по всему. Так, возьму-ка я... Ё-моё, очень опасно играть. Хотелось бы, конечно, сыграть 60 уровни, но я постараюсь тихонечко как-нибудь здесь вырулить. Возьмем с вами Леонардо здесь. Так, нужен провокатор, будет, наверное, это у нас железноголовый. Нет, возьмем, наверное, все-таки Рокзара сюда. И, так, не Криса Брэдфорда. Хотя, подожди, наверное, мы возьмем Армагошу сюда. Вот таким вот макаром попробуем с вами выиграть. Нам нельзя в этих вот боях никого потерять. Иначе мы получим очень мало кубков. Ну, а если мало кубков, естественно, мы с тобой далеко не уйдем. Так, нейтрализатора мы с тобой подбили. Это очень хорошо. Я беру провокацию на Рокзара. И я надеюсь, что Армагон меня здесь выручит очень сильно. Да, отлично. Друзья мои, мы сейчас должны с вами, по идее, перепрыгнуть в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну, а дальше уже будет накопительное, чтобы я смог удержаться до отката. Понимаешь, да? Понедельник, это во сколько у нас получается? В 3 часа дня обновится все. И мы уже будем получать награды. Вот, видишь, какая проблема? Очень медленно с тобой повышаемся, поэтому приходится еще сделать один бой, чтобы перейти в Лигу двухзвездочную. Так, давай посмотрим, кто у нас тут есть. Ну, я вижу, в принципе, есть неплохой кандидат. Это у нас... Маурис, я думаю, что он слабый, самый слабый из всех, поэтому я возьму его. Естественно, без Леонардо я не смогу здесь проходить. Как говорится, более-менее уверенно возьмем сюда Зека. Также, наверное, возьму я сюда... Так, провокатора у меня нету, да? Без провокатора будет очень тяжко. Если я возьму Тимми, его, наверное, бомбанут, потому что здесь есть кролики, здесь есть Донателло. И поверь, на этом ранге они все имеют суператаки, они будут их использовать. Тогда я возьму сюда, наверное, Криса Брэдфорда и Железноголового. Надеюсь, никто у нас и здесь не упадет. Так, ну что ж, давай попробуем. Бросаем вначале бомбочку от Зека. Замедляшка срабатывает на троих персонажей. Теперь делаем вертушку. Опять же, кто-то выживет, не все они упадут. Так, Сплинтер и Шреддер. Ну, я тебе скажу, что здесь мы обошлись легкой кровью. Практически никто у нас не погиб, и мы с тобой, наверное, разберем все-таки. Да. Отлично, но здесь есть большой минус. Большой минус заключается в чем? Во-первых, мы с тобой не сможем уже взять Леонардо, потому что у нас нет откатов. Задание у нас с тобой откатятся. Сейчас посмотрю, когда. Давай-ка мы посмотрим. Вот у нас задание через 2 часа. Ну, естественно, я это время ждать не буду. Это мы уже будем, наверное, следующую серию делать. Поэтому в понедельник у меня выйдет... Сразу две серии подряд. То есть вот это и следующее уже ближе, которое будет перед откатом. Ну, а в чем суть заключается моей проблемы? В том, что у нас с тобой мало персонажей остается. То есть у Саги... Так, давай-ка мы посмотрим. Выбрать нужно самого слабого. Самого-самого слабого. И это у нас Джейди. Джейди. Вот его возьму. Лео я уже не могу взять, потому что не хватает у меня откатов. И вот берем у Саги Бакстера Стокмана. Беру сюда Рафаэля. Да, с этими персонажами, конечно, не получилось у нас сыграть. Меня это немножко расстраивает, если честно. Ой, как же я не хочу подставлять никого, а. Ладно, возьму Змейка Вьюна. То есть здесь заключается проблема в следующем. Если Рафаэль не возьмет провокацию в ближайшие, ну, бои, в ближайший бой, то начнут разбирать они, естественно, либо Змейка Вьюна, либо Сплинтера. Так, слушай, вот здесь неплохо, минус двоечка. Вот, сейчас будет отхил. Естественно, он будет хилять.
Так, следующий у нас идет Донателло. Я, например, беру провокацию. Но опять же, он может сюрикенами бомбануть, и сплинтер может упасть. Хотя, если мы сделаем с тобой вот так вот, выпустим маузеров, посмотрим, сколько урона нанесут. Мало. Этого недостаточно. Да что ж ты будешь делать, а? Вот, видишь, что он делает? Вот этого я и боялся. Давайте, наверное, еще раз пробафаемся с вами. Отлично. Так, нам нужно кого положить здесь? Ну, думаю, что надо... А вот сможем ли мы пробить с помощью Усаги? Вот это интересный вопрос. Да, получилось. Отлично. Так, массовая атака от Донателло. Ай-яй-яй. Слушай, смотри, как опасно. Ну, и я думаю, что все-таки Дони мы уничтожим. Да, друзья мои. На сплинтере была, ребята, постепенный урон, по-моему, висел, да? Он мог упасть у нас буквально на следующий ход. Поэтому нам повезло очень крупно. Ну что же, мы с вами попадаем на 86 место. Лига мастеров 2 звезды. Конечно, очень сильно хотелось бы пробиться в Лигу мастеров 3 звезды. Такое было всего у меня один раз за всю мою игру, что я играю, да? Почти за 400 серий. Но, видишь, если бы у меня было бы много долларов, или помните, как мы раньше делали? Я копил откаты. У меня было много откатов, я копил доллары. То есть, когда у нас были персонажи, да, вот здесь вот, которых мы разыгрываем, ненужные мне, в принципе, я особо и не бустил. И никуда не рвался. Ты понимаешь, да? А до конца, как ты видишь, 14 часов у нас. Да, приблизительно так и получается. Если сейчас час ночи, то есть через 13 часов. То есть это получается где-то в 2 часа, да? Ну да, в 2-3 часа у нас, ребята, будет откат. Так, ну что, у нас с тобой есть еще немножечко телепортов. 77 штук. И пока есть время, можно здесь попробовать пофармить Крэнга и Шредера классику. Кстати, друзья мои, я здесь попытался пройти, но, видишь, эпизод первый прошел очень тяжело мне дался. На одну звездочку. И получил вот эту вот эмблемку. Можно... Нет, я не буду переигрывать. Это бесполезная трата сыра. Лучше здесь все-таки попробовать пофармить. Поехали. Опачки, ты видел, как классно получилось? Вообще шикарно, удачно. Так, здесь мы с тобой выбили. Может быть, нам тут удастся получить. Так, 4 доллара, это фигня. Ай, золотые осколки. Это все не то. Даже какой бинокль? Ну что вы, серьезно, какой бинокль? Блин, маяки. Так, остается 2 попытки всего лишь. 30 жетонов и... Есть! Ха-ха, друзья мои. В общем, все попытки, которые я делал до этого, у меня все проходили удачно. Я получал Крэнга. Не Шредера, а именно Крэнга. И посмотрим давай, что у нас там по результатам. По-моему, у меня было 17 ДНК или 18, я не помню. Сейчас должно быть 20 или 19. Так, где у нас Крэнг? Ух ты, даже 21 ДНК у меня. Остается еще, сколько, 59, да? 59 ДНК набить на него. Ну, это уже, конечно, будет в следующих сериях. Потому что, ну, сейчас нереально это сделать. А где у нас Шредер, классика? Можно посмотреть, сколько для него нужно ДНК? О, для него тоже нужно. Они практически одинаковые, 21 и тут 21. Только разница, что Крэнг получит 4-ю золотую звезду, а Шредер получит 4-ю серебряную звезду. Ну, как видишь, Рафаэльчик здесь у нас. Кстати, мы его можем где-нибудь с тобой? Нет, не можем. Хотя, почему не можем? Мы можем с тобой крутануть рулетку. Вот здесь вот. Кстати, здесь можно доллары натягать. Хм. 5 откатов. Слушай, ну это дорого. Да, это дорого. Не буду. Давай-ка вот здесь лучше мы с тобой крутанем. Авось как-нибудь нам повезет. Так, тормозим. Ай-яй-яй. Ну, хотя бы 2 ДНК на Донателло фильм выпало. Давай еще крутанем. Ну, очень дорого, конечно, все это стоит. 6 телепортов. 1 рольчик. Так, ну что, останавливаем. Ах ты, вот там. Вау, Рафаэль. Слушай, ну неплохо. И последний раз мы с тобой крутим рулетку. Давай, 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 не скупись, не скупись. Останавливаем. Ну, твою же налево. Ребята, буквально чуть-чуть не хватило до пака. А пак бы получили, было бы классно. Ну что, у нас с тобой 182 пиццы. И мы с тобой можем сейчас еще пойти, например, на смятение из другого измерения.
Так, что у нас не пройдено? Вот здесь вот полностью не пройдено, да? И вот здесь одна локация. Ну что, давай попробуем, друзья мои. Хватит ли нам сыра? Если хватит, мы с вами получим кучу-кучу ДНК на разных персонажей. Ну что, с Богом, как говорится, поехали. Так, секундочку. Давай-ка, наверное, змейковину попробуем бомбануть. Вот, шикарно. Мы его заблокировали с суперспособности. Теперь он будет просто атаковать. Уже ничего не будет, потому что Лео уничтожил его. Нам главное не забыть сейчас хильнуться, потому что ты видишь, что у нас проблемы со здоровьем, да? У некоторых бойцов. Так, добиваем этого шитика. И теперь, наверное, сможем этого уничтожить. Два удара, давай еще удар. Вот. Почему с двух ударов снес? Первый удар он понизил броню, да, этому хламону. А со второго удара он, естественно, добил. Здесь я применяю хилочку. Шикарненько. Так, и... ну, в принципе, здесь не столь опасный противник. Поэтому можем просто сделать с тобой баф. Мы усилим команду по броне, да. И плюс еще контратака. Она выпала на двух персонажей. Здесь я решаюсь, наверное, сделать простую двойную атаку. Раз. Ушатаешь, нет? Не получилось маленечко. Так. Постепенный урон. Это не очень хорошо. О, тебе не повезло. Тебя сейчас тут разнесут в хлам просто-напросто. Вот о чем я говорил. Так, теперь. Теперь нам нужно с тобой, наверное, все-таки добивать мутагеноида. Ну как, майки не подведи. Ну, вторую атаку делай. Ушатал. Красавчик ты мой. И вот здесь я вызову, наверное, маузеров. Хотя можно было бы и пробить. У него двойная атака. Так, массовую атаку делает. Слушай, нужно будет захиляться. Ага. Надо будет уничтожить его и хильнуться. А хиллер у нас Лео. Поэтому давай применим с тобой. Отлично. Ах ты, злодейка. Молодец, красавчик Бакстер. Давай теперь этого шитика уничтожим. И, друзья мои, мы с вами проходим. Проходим это испытание. И идем с вами дальше. Дальше будет, ну, естественно, веселее, интереснее. Хотя противники не особо будут тут, как говорится, отличаться от остальных. У нас уже с вами еще один пак почему-то созрел. Так, 5 бакинских получили мы с тобой. Это неплохо. И мы продолжаем с вами смятение из другого измерения. Так, ну что же, стычка со Шреддером. Но не стоит забывать, что у нас больше в данный момент нету хиллера. То есть хилы есть, а подхилиться не можем, потому что они в откатах. Поэтому действуем с тобой очень-очень аккуратно. Да, против этих маузеров, конечно, ты тут аккуратно не сыграешь. Давай, наверное, мы сделаем с тобой уклонение, потому что Бакстер Стопман в критической ситуации в данный момент. Ты видишь, у него сколько здоровья. Так, надо паукуса, наверное, все-таки шлепнуть. Упс. Погоди-ка. Смотри, что творит. Смотри, что творит, а. Нет, тут, ребят, нужно брать провокацию, если мы хотим с вами, чтобы Бакстер Стокман у нас выжил. И сделаем волну. Отлично. Ой, ёпрсы, тут еще и Шреддер же. Ё-моё. Нам срочно нужно хиляться, понимаешь? Просто срочно. Потому что, ну, Рафаэль тоже под ударом на самом деле. Один ход нам нужно с тобой подождать. Так. Две атаки у него, да, у Майки. Отлично. Здесь мы можем с тобой... Давай заблокировать попробуем. Ай-яй-яй, не вышло. А если так? Бедный Рафик, но он выдерживает. Причем Шреддер по нему не попадает. Смотри, у нас уклонение срабатывает. Вообще отлично. И дайте мне... Вот, фух, я уже думал, мы сейчас Шреддера подобьем с тобой, а хильнуться не успеем. Ну все, тогда отлично, ребята. Шреддер падает. Ну а мы с вами проходим дальше. И сколько у нас там еще боев? Если взять округу, получается где-то 6 или 7 боев. Плюс центральный, это 8. И еще там 3 дальних. 12 боев, что ли, получается? Ну-ка посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тут 9, 10. 10 боев еще. Ну что, будем надеяться, что у нас хватит сыра. Блин, а может быть нам вместо... Нет, все-таки я возьму Бакстера Стопмана. Я думал взять Донателло. Все-таки у Дони есть неплохой скилл, навык, да, где он может повесить броню. Броня, причем, довольно не кислая. Ты смотри, что делают, а? Друзья мои, они нападают просто на Бакстера Стокмана. Зэк сейчас может бросить бомбочку.
или выстрелить. Ху, нам повезло сейчас в данный момент, что он стал бить Рафаэля. Но вот этот вот говнюк меня бесит. Так, минус зэк. У нас хил будет сегодня или нет? Тут два хода еще нужно подождать. Провокации у нас тоже нету. И это грустно. Так, уничтожили. Тут три хода, блин. Бакстер, как быть-то нам? У нас провокатора больше нету здесь, ты понимаешь? Твою ж налево. Ладно, попробуем бафнуться. Ну, как-то нужно нам, я не знаю, каким образом, выстоять здесь. Твою ж налево. Так, вторая атака убивает его. И смотрим, кто у нас здесь противники сейчас будут. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще и маузеры. Ай-яй-яй. Сейчас мы, кстати, и тут еще и Рокзар. Слушай, это очень... Блин, вот как вот мне здесь сделать? Блин, и этот хитрый, и Рокзар хитрый, блин. По-моему, мы с тобой Бакстера Стокмана потеряем. Если уклонение нас здесь не выручит, все, ему крышка. Его распинают здесь. Нету ни одной массовой атаки. Так, у него двойная атака, давай попробуем вырубить Рокзара. Так, дальше мы с тобой попробуем применить массовую атаку от Усаги. С наложением постепенного урона. Я надеюсь, что это прокатит. Ой-ой-ой. А Змейковьюн, так, если мы с тобой сейчас... Этот, по идее, должен упасть. Давай-ка мы сделаем с тобой вот так. Я рискую. Ух. Друзья мои, нас пронесло. Но проблема в том, что у Бакстера Стокмана очень мало здоровья, поэтому я, скорее всего, в следующий бой его брать не буду. Потому что первая любая атака по нему, он сразу просто упадет. Поэтому Донателло, конечно же, Донни будет с нами теперь присутствовать. А Бакстер пока отдохнет. Или же взять Железноголового. У него тоже есть провокация, да? У него есть массовая атака. Хм. Давай, возьмем его. На всякий случай, ребят. Два провокатора в команде, это хорошо. Так же, как и два хиллера, согласись. Так, ну это для нас, в принципе, не страшно. А вот если бы был бы у нас с тобой Бакстер Стокман, его бы вот эти вот... Маузер, поверь мне, расчекрыжили бы по полной программе. Так, добиваем с тобой Джастина. Так, консервные мелкие грызуны. Ай-яй-яй, так, отлично. У Железноголового, конечно, атака физическая очень слабая. Но вот именно ракеты, когда он выпускает, отжигает по полной программе. За что ему отдельное спасибо. Ну что же, мы переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас Крысиный Король и Рокстеди. Ну-ка, делаем с тобой вертушку от Леонардо. Так, добиваем, наверное, с тобой короля. Опс. Ху, сразу отлегло. Ну-ка. Ну еще атаку-то. Нет, не получилось. А так, если... Шикарно. Железноголовый, знаешь, так из-под тишка, с моим кулачочком. На тебе в табло, Рокстеди, и он упал. Так, ну а мы с тобой смело продвигаемся дальше. Я, ребят, немножко буду тише говорить, потому что не хочу разбудить соседей. Я же люблю обычно поорать, возмущаться. Но сейчас не будем этого делать, будем тихонечко с вами играть. Так что поэтому я немножко голос свой, как говорится, убавлю. Или же придется, наоборот, усилить чувствительность микрофона. Так, что же ты делаешь, а? Мелкий прыщ. Так, Железноголовый начинает, да, бомбить? Тихо, тихо, тихо. Блин, да как так-то? Рафаэля заморозили. Слушай, я просто сделаю здесь уклонение. Сделаю уклонение, так... Я думаю, что они попадать по нам не будут. Заблокировали. Так, можно хильнуться, но не стоит пока. Так, вторая атака добивает Саблезуба. Опачки. Так, ему крышка или нет? Нет, живет еще. Он еще пока живет. Так, хилы у нас как? Откатились все везде? По-моему, да. Так, вторую атаку делает, добивает Железноголова этого кланфутовца. Так, ну что, здесь, наверное... Нет, не буду я. Вот, Хана нужно уничтожить, наверное, в первую очередь. Не вышло. А если вот так? Вот сейчас хорошо. Теперь все-таки... Нет, не буду. Все вот сомневаюсь. Я вот могу, ребята, немножко тут вспышку прозевакать. И можно здесь упасть. Но я пока держусь до последнего. Если действительно уже почувствую какую-то критичность, конечно, будем с вами делать хил. Так, Джастина берем теперь в оборот. Добивай.
Точно. Так, и остается у нас клан-футовец и консервная банка. Погнали. Так. Уничтожили. И этого шитика тоже мы должны с тобой победить. Вторая атака. Бинго. Фу, я аж немножко вспотел, ребята. Во-первых, в квартире жарко, а во-вторых, напряженные бои. Я как бы весь сосредоточен и сконцентрирован. Боюсь за каждого бойца, как за своих, знаешь, детей. Так, ну что, друзья мои, мы с вами переходим вот сюда, на этот бой. Так, у Рафаэля мало здоровья. Надо не забыть, кстати, у Железной Головы тоже мало здоровья. Так, здесь вроде бы не критично, да? Крип и мутагеноид. Но здесь есть маузеры, поэтому берем Донателло. Все равно надо не забывать отхиливать своих персонажей. Так, крип. Погнали. Начнем его потихонечку с тобой разбирать. Так, опять они со своими массовыми атаками. Плюс кастанул броню на всех. Вот это плохо. Что он нам сделал? Давай, наверное, собьем броню. Ага. Теперь хильнусь. Обязательно нужно подхиляться. Так, теперь уничтожать будем с тобой. Ну, пытаться, по крайней мере, крипа. Сюрики, сюрики, стоит применять? Стоит. Ага, сбили броню еще одному клан-футовцу. Так, нас замедлили здесь, как ты видишь. Что не есть, хорошо. Погнали. Да что ж такое-то, а? Блин, надо уничтожить этого крипа. Все, готов, парень. Так, теперь поехали разбирать клан-футовцев. Они промахиваются, но это классно, но... Хорош. Блин, вот кто-то спрашивал, что такое замедление, ты видел? Они успели по два раза сходить, а я только один раз. Вот тебе и замедление, вот что оно делает. Так, сейчас мы его добьем, наверное. Есть. Переходим с тобой на вторую, последнюю волну. Так, здесь мутагеноид и опять же крип. Делаем с тобой массовую атаку от Усаги. Я вначале хотел бафнуться, но подумал, что все-таки надо побыстрее с ними тут разобраться. Побыстрее и... Крип, наверное, здесь... Нет, лучше вертушку сделаем. Сделаем свою вертушку. Изи. Вот это было классно. Но мы остались с тобой без суператак. У Саги потратили, да? И у Леонардо. Поэтому остаются простые обычные удары. Ну что, мы с тобой переходим вот сюда. Давай здесь заточим, так сказать, наши клинки. Мы, естественно, с каждым боем все круче становимся. Шучу, ребят. С каждым боем мы становимся просто профессиональней. Так, смотри, вот это вот опасно. Маузер, смотри, сколько здоровья оставил. Ты смотри. И начинается вот эта вот ихняя пляска. Ты понял? Все начинают сразу бомбить Усаги, потому что у него меньше всего хп. Так, вот этого надо нам... Блин, заблокировать не получилось. Тогда пробивной. Отлично. Так, Маузера попробуем сейчас ушатать с двойной атаки. Так, теперь... Слушай, я поставлю броню. Я поставлю здесь дополнительную броню. Она очень хорошо нам помогает. А тем более, сколько, ты не помнишь, процентов дает нам по защите? Сейчас мы с тобой можем глянуть. У нас, по-моему, до 6-й степени прокачано, да, ступени. Так, здесь мы сделаем с тобой баф в нашу пользу. Отлично. Так, контратака повесилась на двух персонажей. Здесь нам нужно с тобой уничтожать, в принципе, острозуба. Так, вторая атака. Неплохо. Давай добьем его. Эй! Фу, отлегло. Так, уклонение. Сколько оно дает нам? Вероятность 65% увеличить вероятность критического удара на 60% в течение двух ходов. Так, улучшает уклонение. Да, уклонение на 60%. Слушай, неплохо. Там не только уклонение, да, оказывается, а еще и атака. Так, ланфутовец. Блин. Угу, отлично. Что будем с тобой делать? Теперь блокировать надо крипа. Вторая. Вот, шикарно. То есть крип теперь не сможет использовать свои там супер навыки, типа провокации, шипы и так далее. А это делает уклонение. Причем уклонение у него довольно некислое. То есть попасть мы по нему вряд ли сможем. Так, этого ушоркли. Ну хорош, хорош, буянит. Видишь? Видишь, что делает? Со второго удара только побили. Так, сейчас будет в кого? Ух, по майке и не попал еще при этом. Клан Футовса завалили. И начинаем бомбить с тобой бибопчика. Так. Ага, хорошо.
добьешь первый мимо и второй мимо. Лео, а ты как? Ты представляешь, даже Леонардо промахивается. Вот и делай выводы отсюда. А бедному Донателло сейчас досталось. Причем очень хорошо. Поэтому я применяю хилку. И начинаем. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, а? Фух. Ничего себе, вот это уклонение у него. Да, у этого Бибопа самое, наверное, крутое уклонение, которое я когда-либо знал. Хотя у Леонардо оригинала тоже неплохое уклонение, когда он встает в провокацию. Ну что, переходим с тобой на этот уровень и начинаем здесь разбор полетов, естественно. Так, опять здесь у нас Ксивер Монтес. Я буду, пожалуй, начинать именно с него. Так, блокернем, попробуем. Да, отлично получилось. Усаги мне очень нравится тем, что помимо того, что у него есть массовая атака, хороший баф, да, он в начале хода, у него есть пассивка такая, да, вешать на рандомно на бойцов двойную атаку. Это вообще великолепно на самом деле. Так, очень круто помогает. Ну ты сам понимаешь, да, две атаки. Тем более вот, например, как Усаги или Леонардо, когда бомбит, просто божественно проходит все. Ну что же, тут у нас муха. Так, ну, массовую атаку, я думаю, здесь не грешно применить. Опачки, и остаются их двое. Так, муха сейчас, наверное... А, не успеет. Муха не успела применять отхиливание свое, и поэтому она поплатилась. Ну что же, а мы с тобой продвигаемся дальше. Все ближе и ближе, как говорится, мы подкрадываемся с вами к Кренгу. Так, ну что, у нас остается здесь два боя, и тут еще два. То есть четыре боя. Начну, наверное, я... Погоди, а что у нас там по хилке? Ты помнишь? Я тратил? Нет, по-моему, я не тратил. Поэтому можно смело нападать. Так, друзья мои, с богом. Оригиналы — это очень опасные черепашки. Они шутить не любят и очень тут сильно бомбят. Поэтому, естественно, уклонение в первую очередь. И начинаем с массовых, друзья мои, атак. С массовых. Со всех массовых атак, которые у нас с тобой есть. Ага. Так, надо нам с тобой попробовать пробить Леонардо. Знаешь почему? Потому что если он встанет в стойку, в провокацию, фиг ты потом до них там доберешься. Так, вешает иммунитет Рафаэль. А, это Майки вешает иммунитет. Так, Лео, как мы видим, упал. Рафаэль не стал делать массовую атаку. Это круто на самом деле. Минус один. Ай-яй-яй, надо было сюрики бросить. Ну, хотя и так тоже неплохо. Но ты видишь, что у Майки осталось очень мало здоровья. Нам этот момент нельзя с тобой пропустить. Поэтому двигаемся дальше. Так, остается всего лишь три боя. Сыра-то у нас там... А, у нас, смотри, сколько пиццы еще. Конечно, хватит. За глаза просто хватит. Так, а что, у меня оказывается... Ну да, три боя остается. Все, друзья мои, погнали. Так, здесь у нас Крысиный Король, Кирби и Пиццелиций. Даже Майки опасно как-то в этот отряд брать, если честно, потому что, ну, у него очень мало здоровья. А хилка, по-моему, в данный момент только у Леонардо в откате, да? Гриб. Смотри, что творит, а? Вот, все, шикарно. Так, ну что, восполняем себе здоровье по полной программе и теперь начинаем развлекаться. Давай этот гриб уничтожим, потому что он меня бесит. Он меня всегда бесил. Так, Кирби саданули маленько. Опачки. Даже промахнулся. Фу, я говорил, ребята, Кирби слабак. Так же, как и Бакстер Муха. Они слабые. Да, хиляют они хорошо, но по атаке очень слабы. Так, ну и что у нас тут? Вот они все красавцы стоят здесь, да, Пиццелицы и Крысиный Король. Начнем мы, наверное, с Крысиного Короля. Заблокировали способность. Большой плюс. Добиваем, наверное, да, отлично. Так, и беремся с вами за Пиццелицего. Так, отлично. Ну, Майки вряд ли его... А хотя может добить. Нет, не получилось. Сюрики от Донателло. Шикарно. Так, и остались тут у нас три дрона. Можно с любого начинать, в принципе, не имеет значения. Они все ватные здесь. А ну-ка, Майки, пробьешь? Да, должен пробить. Нет, да что ж такое-то. Майки не смог пробить дрона. Ну, как видишь, у нас с тобой здесь все отлично получилось. И мы двигаемся с тобой дальше. А дальше у нас остается всего лишь два боя. Два маленьких, миленьких боя. Фу, Крэнк уже там, бедный, ручонками
шебуршит, боится, не знает, куда спрятаться, да, копит силы, думает, сейчас меня сможет победить, но не тут-то было. Туда лучше всего идти, когда у тебя все в откате, я имею в виду и уклонение, и все твои массовые атаки, потому что там некогда будет развлекаться и настраиваться на поединок, там уже все будет довольно жестко. Так, что у них тут? Я смотрю, две двойные атаки, да? Опа! Так, прыщ, а ты не оборзел ли, а? О, заблокировали. Да и добьем его. Фух, как же мне жарко, друзья мои. Кто бы знал. Так, уничтожили. Давай-ка вот этого фунтика разберем. Ну ты зря, на усаги-то булки свои крошишь. На! Добили. Нормули. И переходим на последнюю волну. Так, Джастин мутагеноид. Здесь не грешно применить и массовую атаку на самом деле. Тыдич. Так, добьем, наверное, с тобой Джастина и мутагеноида. Попробуем. Ой, подожди, какая училка? Я хотел мутагеноида, блин. Ладно, Донни, нет, у тебя слабая атака. Слабовато будет. Да, Усаги его подчикал. Ну что, результат, как говорится, налицо. И мы с тобой переходим на последний поединок, где будет нас поджидать сам Крэнк. Да-да, друзья мои, сам Крэнк. Конечно, было бы прикольно, если бы за этот поединок давали бы нам еще ДНК на этого Крэнга. Я вообще бы тут прописался бы в этом измерении. Просто фармил бы его каждый раз. Так, ну что, Ванюша, ты думаешь, у тебя тут есть какой-то шанс? Извини, у тебя шансов здесь на победу нету, вообще ни одного. Хотя вот эти хламоны тоже лютые. Но все равно это не поможет им. Так, Ванюшенька, извини. Так, ну давай, добивай его. Так, нам перед выходом к Крэнгу нужно будет пробафаться хорошенечко. Такие вот, как уклонение, да, защита дополнительная, все это нам пригодится. Ну-ка. Раз, и вторая атака уничтожает. Ну, а вот, друзья мои, и сам Крэнг возле своего, как говорится, технодрома. Давай, давай, вылази. Чжик, типа подзарядился, да, вышел, ручки свои потирает, естественно, довольный. И как всегда, я забыл поставить на первую скорость, чтобы услышать, что же он там все-таки бормочет, как это все выглядит. Ну что, начинаем с прописки. Хоба. По ХП сразу. Опачки. Опачки, а вот это было опасно, друзья мои. Так, провокацию надо брать. Потому что, ты посмотри, сколько он оставил здоровья Усаги. Хиляемся, естественно. Я не хочу каких-то там фокусов непредвиденных. Защиту. Все, теперь мне море по колено. А вот Крэнгу, я думаю, не сдобровать. Да, друзья мои, по красоте. Да иди ты отсюда. Отлично, я нас всех поздравляю с прохождением измерения, да, смятение из другого измерения. И мы с вами берем награды наши. Все везде пройдено на 3 звездочки, поэтому фуловая будет у нас наградочка. Ну. Так, ДНК, ну-ка давай посмотрим. Вау, Майки, классика, отлично. Рафаэль, оригинал, 3 ДНК. Донателло, классика. Так, и Лео, классика, тоже 2 ДНК. Ну, тут 340 сюрикенов. Так, собрать и сбросить. Поехали, открываем. Так, какие-то комиксы. Комиксы. Так, выпал нам Паукус, Тигриный Коготь, Острозуб, Макмен. Так, Джастин и Мондагека. Здесь нам выпадает Микеланджело оригинальный, 2 ДНК. А здесь нам выпадает Микеланджело классика, 1 ДНК. И Донателло классический, тоже 1 ДНК. Так, Леонардо классический, 2 ДНК. Рафаэль оригинальный, 3 ДНК. И Донателло оригинальный, тоже 3 ДНК. И последний сундук. Микеланджело классика и Леонардо оригинальный. Слушай, ну я считаю, неплохо. Неплохо мы с тобой тут набрали. Интересно. Ох, ядрить тебя на корень. Друзья мои, Рафаэль оригинальный получает у меня. Так, а что он у меня получает-то? 4-ю серебряную звезду. Я поздравляю его. Ух ты. Так, переиздание. Получает он навык.
Рафаэлю нравится, когда противник отказывается отступать. С вероятностью 10% появится состояние контратаки в течение одного хода. Слушай, ну контратака — это всегда хорошо, согласись. Тем более от такого Рафаэля. Опа. И что он делает? Тыкс. Отлично. Красавчик. Даже, как говорится, можно его прокачать до 40-го-то уровня хватит. 2400... Подожди-ка. 24 тысячи ДНК у нас. Вот так вот. 40 уровень у нас. 41-й. Тогда уж 45-й. Вау. Слушай, ну да почему 46-й-то? Я хотел 45-й сделать, 46-й перелетели. Ладно, друзья мои, пускай будет 46-м. То есть теперь он уже далеко не слабачок. Ты понимаешь, что на арене теперь он будет довольно неплохо бомбить. Классно. Классно, что скажешь? Так, ну что, надо еще будет на него найти 95 ДНК, чтобы перевести его уже, как говорится, в золотой ранг. Подожди-ка, а нам нужно не ДНК, нам нужно, ребята, 330 золотых осколков, да? И 9000 сюриков. Тогда мы сможем его перевести, даже без всяких там ДНК. В золотой ранг, я имею в виду. Вот она, польза, как говорится, измерения. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться, да? Еще одна серия у нас с вами выйдет. Как раз мы немножко подтянемся на ареночки, да? Нам нужно где-то, ну, чтобы укрепиться, это 50-е место. И все, и будем получать награды. Так, за второе место у нас сколько здесь получается? 45 ДНК, да, на Микеланджело. А сколько у нас в данный момент есть ДНК на него? Давай-ка глянем. Так, Микеланджело, вот. Да, если мы с тобой получим 45 ДНК, мы сможем его перевести на четвертую золотую звезду. То есть это тоже еще один огромный плюсик. Так что, друзья мои, все в наших руках. И причем при всем, мы получим еще 90 золотых осколков и 65 платиновых. Кстати, а что у нас по осколкам? Сколько у нас платиновых осколков? 310. Подожди, а сколько там дают? 310, а тут дают 65. То есть будет 375 осколков, да? А для того, чтобы перевести персонажа в платиновый ранг, нам нужно 400. То есть, друзья мои, еще одна неделька впереди, и мы с вами будем переводить очередного персонажа в платиновый ранг. И вот кто это будет, либо Коготь, либо Сплинтер, это большой вопрос. Большой вопрос. Ну, от этого интереснее становится даже. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.